Ну. Костя на Нелинге. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно, 3, 2, 1, прием. И мы с Васильичем на Нелинге. Yes, yes. Передавай привет. Тете Люся. Тетя Люся, он не хочет передавать тебе привет каждый день. Больше мы его сюда не возьмем. Конечно, обгребай вот эти камни, они прямо посреди. Ну, разверни лодку просто, ну ладно. Вот этим весом разворачивай, а этим не надо. Давай. Я что, Гулливер? Я должен все время выходить? Ты просто кто-то много ест. Можешь. Можешь. Здесь надо только ее, да? Чуть-чуть. Ну, теперь для отдыха можно заняться делами. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Там поглубже будет. Теперь вправо. Обдувает. Сейчас в пенек уйдем. Там, возможно, что-то и поймем. Нам до правого берега проходить. Там. Оп, была. Хватка. Назад, назад, греби. Назад, 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 назад. Блин. Оп, оп, подсак, 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 подсак. Какая маленькая шустрая. Надо вот правым берегом. Тут поглубже будет. От берега надо отойти немножко. Ладно, стоим пока. Закон А? А вот на этого окунька. Зелененького. На Баузера. Да нас разворачивает нормально и как раз и потащит. Так вот не потащит. Потащит. Хорошо, сыграла, бубум, промахнулась. Я говорю, греби назад. Пока тащила, она все равно подцепилась. Нахватил щупачка вот такого. Сейчас устроим ритуальное прощание. И, соответственно, это отправим ее расти, мужать, крепчать. Парни, парни тоже царапнули чего-то. Селедину какую-то. Дядя Саша, привет! Привет! Люся! Тетя Люся, привет! Их можно брать голыми руками. Пошла Селедина. Селедина. Сексуальное отношение с холодной женщиной. Вот, Костя, поймал. Да, да. Недоростка. Целует ее. Да. Все, пошла, девочка. Пошла. Пошла, девочка, пошла. Давай. Давай, 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 давай. Иди. Иди, 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 иди. Стоит, 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 стоит у лодки прям. Даже уходить не хочет. Если да, что ты ее так целовал, целовал. Да, конечно, конечно. Не забудьте, что мы здесь инкогнито. Все, ушла. Все, вот, думала, хвостом да? Вильнула. Ага. И ушла. Хвостиком помахала. Ну, Васильич, блин. Да как? Здорово, как? Мужчины. Привет. Чё делаете? Да, поймали что-то. Чё ты меня снимаешь? А ты чё меня снимаешь? Потому что это... Потому мне что... Мне нравится снимать мужчин. Опять попалась маленькая щучка. Сейчас мы её... Игрушка. Да. Вот,
Сейчас мы ее поцелуем и отпустим. Костю! Гринпис отдыхает. Поцелуй щечку. Жаберки поправим тебе. I'll be back. Ой. Какое небо голубое. Сидим в тенечке. Это елец или скорюзок? Если поставить помельче. Булькается. Очередная жертва воблера. Вот ты мне где попался. Рыбий глаз. Борется. Сейчас она уйдет. Или не уйдет. Она маленькая, не умеет уходить. Скажи, рыба. Селедка. GoPro стоп идет. Васильевич, будущий рыбак. В прошлом еще какой был? Да, бросал какой-то палкой в воду. Приземленная ты субстанция. Как ты стал пиратом, не понимаю. Сидеть бы тебе на тихой планете, разводить склисов. Я бы рад. Вот такие летают стрекозки. Господа, проявим мужество и будем продолжать наше веселье. Васильевич, вон туда брось. Да не попадешь. Ты же этот самый, блин. Ты же слепой, как ты в него попадешь. Все очень хорошо. Свежий воздух, лес. Птички поют. Пельчек, не надо. Не надо. Надо загорать. Да, совершенно верно. Тут, видишь, дерево лежит еще под травой. Надо будет около берега самого проходить. По камушкам. Может, придется вылезти. Может, не придется. Место веселое, по идее, тут должно быть. Вода чистейшая. Вообще вода чистейшая. Вот давно такое не было. Ну ты больше не гребидок. Он нас и догонит, может.
Костя! 5 o'clock! Василич хочет бутерброд! Вон там внизу кто-то из камней выложил грядку такую. Непонятно. Косу. Косу до камня, да. Рыбу, наверное, хочет там ловить. Все, стой. Странно, даже странно. Карета подана, да? GoProStop идет. Василий решил сходить на рыбалку. То все сидел и сидел. Сидел. Тебе помогал. Да. Я чувствую твою помощь. Костя, туда-сюда, такой морячок. Что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают, куда хотят ваши кадры, а вам и дел нет. Солнце за тучами светит. Да, светит, светит. Ультрафиолетовые лучи просачиваются. Да, просачиваются, но... Никаких но. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Тут немножко совпадает и течение, и ветер, да? Я тут росомаху видел в этом месте. Тут здесь спускался. Тут узко. Какая-то нора. Бассейн. Угу. Ну, тут, вот смотри, видишь, кто, ходил кто-то, тын-дын-дын, выходил, да, кто-то. Да. Че, лови сюда удочку, забрасывай. Берег. Хорошо, постоим.
знаешь, какой этот дно? Крупный, глубокий. Он проваливающийся, ну, как бы. Болото. Да, здесь, да. Видишь, тут еще дерево лежит. И оно все так заполонило. Очнитесь, профессор, и приступайте к работе. Кто раньше поймает? Без вас не так смешно жить. Вот, цветки выросли красивые. И тут два лопуха. Там цветки красивые, а тут два лопуха. Я эти самые шутки до ужаса люблю. Романтизму нету. Выпить спокойно не дают. Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм. А то и 150. Нет, что вы, когда я пьян, я буйный. Будь я полегкомысленнее, я бы... Ух! Хорошо бы эта тенденция продолжилась. Чем дальше, тем крупнее, да? Щуку поймали в тенистом месте, вообще за поворотом. Пустая акватория. То, что ты не смазал уключенным маслом. Не шелохнется. Межтравье, тут такое место как раз для охоты. Там нужно выскочить и попасться. Глубоко. Глубоко? Может быть глубоко. Видишь там? Так. Туда выплывай потихоньку от берега. Выплывай. Самое раздолье такое, по идее. Щуки-то.
Так. Не гони. Каждый год он по-разному. Оп. Надо будет вырезать, подожди сейчас. Просто ты не возражаешь, почему? У нас есть термос. Да, у нас термос есть. Ну, смотри. А, туда было. А ты, да где нормально-то? Подожди, все. Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали. Плохо то, что солнце. Ох, как вот нам опять выходить? Камни так прямо, как будто положены, блин, так. В ряд, зачем-то. Ты худышка? Легко. Худышка? У меня вон обжора сидит сзади, наелся, блин. Вот такие перекаты на Нелинге. Пороги, перекаты, беда. Дядьки рыбов ловят. Опять там бубнит. Нет, бубнит. Снимает на телефон и бубнит. Ну, заметь, такого папоротника больше-то и нигде нету. Да. Красивый был. Согласен. Он, по-моему, еще где-то в каком-то месте есть. Щука не выявилась, давно. Так, тут придется вот туда, наверное. Отплывать и как-то не упереться в коряк. Да, вон берег, да? Да. Да не переживай. Чтобы Костя не это самое, не наткнулся. Все. Что мне повезло? К щуке прямо, да, сразу же? Кама садится на человека. Человек ударяет по нему ладонью. И оба бах, трах, трах. Василич там что-то делает, непонятно. А это маленький узелок завязался, пришлось крючок обрезать. А ты умеешь привязывать крючки? Okay. Ну что, всем привет. Тетя Люся, привет. Мы заканчиваем рыбалку. Ну, может быть, еще с часик тут побудем. И все. Завтра
в город. Неохота. Тут так хорошо. Да, Василич? Хорошо. Вот. Но с женой лучше. Извиняй. Извиняй. У нас отдых от женщин. У нас дед Костяр, это самое, опять глушит мелочевку. Сейчас мы приблизимся к нему. Ты по что животину тиранишь? Вот змея я запускаю. Рыбку себе завел. Коночки. У тебя-то хорошо, у тебя Василий честен. А меня-то никто не катает. Я на рыбке кататься. Ну поехали, давай, к дому. Привет. Сейчас как? Другая как вот отчет. И утянет. Ну ты что, будешь целовать отпускать или так? Не целованную отпустишь в этот раз? Если уйдет. Она хорошо зацепилась, видишь. Придется попачкать руки. У тебя на музыку мелочь приходит. Самое главное, я-то кидал. Нифига ведь не это самое. Хорошо зацепилось. Ну ладно, я не буду ждать, поверьте мне, он его от ее отпустит, наверное. Операция. Хирургически, только хирургически крылышки укоротим. Костя водочку спускает. А Василий ждет, что-то ждет, когда она сама соберется. Чтобы правильно собрать, нужны подсказки. Вот результат сегодняшнего похода на водоем. Дядя Саша собирается шкурять дичь. Это то, что было зачетное. Остальное были дети. Йо. 40 сантиметров. О, ё-моё. Ага, а 35 берут. Вот, да. Все. Все зачетим. Да.